Друзья, с вами Светлана Титова. Сегодня хочу предложить вам сделать вот такой вот прекрасный кубик. Его нужно делать из вот таких вот модулей. Сейчас я вам покажу, как сделать модуль. Берем квадрат. Размер квадрата зависит, какого размера у вас будет ваш кубик. В данный момент кубик сделан из квадратиков 7 на 7 сантиметров. Берем квадратик, слаживаем пополам, фиксируем. Теперь одну сторону прилаживаем к серединочке, к нашей полосочке. Поворачиваем. И другую сторону тоже так же загибаем. Разворачиваем. Теперь с одной стороны уголочек вот так вот загибаем. Поворачиваем. И с другой стороны уголочек загибаем. Вот смотрите, уголочки смотрят друг на друга. Теперь мы слаживаем. Сложили. Вот у нас загнутый уголочек. Мы эту сторону загнули в такой треугольничек. Вот загнули мы его. И прячем вот сюда вот в карманчик. Вот так должно получиться. Поворачиваем. Здесь тоже вот у нас наш треугольничек. Мы эту сторону подгибаем. Вот так сюда. Фиксируем пальчиком. В образовавшийся карманчик мы тоже прячем наш треугольничек. Поправляем. Переворачиваем на эту сторону. Вот этот длинненький уголочек мы вот так загибаем. Поворачиваем. Этот длинненький уголочек мы тоже вот так загибаем. И у нас должна получиться вот такая заготовочка с вот такими вот тут карманчиками. Видите? Этот кубик я решила сделать побольше и взяла квадратик 14 на 14 сантиметров. И у меня получились вот такие вот большие заготовочки. Теперь мы будем слаживать наш кубик. Берем наши заготовочки и вставляем вот так вот наши уголочки остренькие в карманчики. Следующий берем. Поворачиваем. И здесь эти два соединяем. Так, желтеньким квадрат, желтенькие наши заготовочки. И сюда в карманчики. Не спешим, поправляем. Вот такая коробочка у нас получается. Теперь делаем нашей коробочке домишко. Вот, смотрите, какая коробочка у нас получилась. Яркая, разноцветная. И вот наша крышечка. Тоже вставляем в карманчики. Вот такой у нас кубик красивый получился. Мы можем снять одну крышечку и положить сюда конфетки. Закрыть. Приколоть бантик. И у нас получится
Вот такой прекрасный подарок. Друзья, была рада встрече с вами. Всего вам доброго. Улыбайтесь.